Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Ханна Паули. Завтрак. 1887 год. Холст масла. 87/91. Шведка Ханна Паули, девичья фамилия Хирш, в детстве училась в художественной школе Мальстрёма, затем в техническом училище в Стокгольме, а в 1881 году поступила в Королевскую академию изящных искусств. Полотно «Завтрак» проникнуто атмосферой семейного уюта. В тени деревьев прислуга накрывает стол, уже стоит большой чайник, чашки с блюдцами, подставка с различными соусами, сахарница, роза в рюмке, разложены салфетки, скрепленные кольцами. Все готово и ждет прихода семьи. Пейзаж, являющийся фоном для этого натюрморта, пронизан светом. Солнечные зайчики искристыми пятнами ложатся на стул, белоснежную скатерть, покрывающую стол, скамью, создают мажорное настроение, передавая тепло. Ну, вот такое описание картины «Завтрак», автор Ханна Паули, я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, познакомились с картиной. Текст по книге «Великий музей мира». До свидания.